Всем привет, с вами StiffPro, и сегодня покажу вам мод, который болит покемонов Minecraft Pocket Edition. Ну, для того, чтобы поймать покемонов, нам понадобится покебол и разные дополнительные штучки. Ну, давайте отправимся на поиски покемонов, и я хочу поймать вот такого красного. Так, иди сюда. Ну, после того, как мы поймали нашего покемона. Так, кстати, в покебол у нас появляется музыка. Ну, давайте теперь сразимся. А для того, чтобы сразиться с мобом, нам нужно найти моба и тапнуть по нему нашим покеболом. И нажать Fight. И они начинают драться. И как видите, первое показывает ХП, так сказать, нашего моба, а второе ХП противника. Вот такая стрекоза, давайте с ней тоже подеремся, точнее пчела. Ну и ладно. Без разницы, как ее назвать. Главное, что мы победили ее. У нашего персонажа или покемона 44 левела. Пока сильнее его нет еще ни одного моба. Ну давайте поищем. Вот здесь такой стоит человечек и стоит какой-то еще один моб. Сколько у него? Я не успел посмотреть, сколько у него ХП, но убили мы его быстро. Забираем нашего покемона и идем дальше. Ну, здесь маленькие. Вот, давайте поймаем второй покебол такого дракона. Иди сюда. Я не знаю, не пойму, то ли он бегает от нас, либо он просто бегает. Наверное, он бегает от нас. Так, ну вот мы опять его поймаем, и произойдет музыка. Так, ну что ж, давайте отправимся с ним в бой, сразимся с такой черепахой, или тоже драконом. Все, он победил, быстро победил довольно. Ну, конечно, такой большой. Так, давайте убьем. Ну, такую какую-то фигню, я не знаю. Убивай, и давайте хочу попробовать сразиться с мальчиком, что у нас произойдет. Так, ну и произошел у нас баг. Давайте убьем. И я не знаю, что я убил, и моба теперь я потерял. Ни покебол, ни покемоны у меня теперь нет. Ну, у нас остается первый наш покемон, которого мы поймали с самого первого. Давайте сразимся с такой штукой. Ну, кто кого, давай. Ну и, конечно, мы. Смотрите, какой счастливый покемон. Давайте побьемся с ним. И, кстати, вот здесь такое меню, где можно дать нашему покемону специальные всякие, так сказать, ну, преимущества. Либо увеличить ХП, либо увеличить силу. Так, куда ты убежал? Давайте поймаем его. Так. Вот здесь у нас есть еще один, да, походу, такой же моб. Ну, смотрите, давайте сейчас покажу вам такую фишку. Когда мы спавним нашего покемона, мы можем отпустить его, просто нажав кнопку Run. И он у нас побежит. Так, у меня произошел какой-то баг в моде. Ну, бывает такое. Все знают, наверное, да? Так, ну давайте все-таки убьем эту штуку, да, нет? Я куда побежал? Стой! Ну какой беглый. Убегаешь от хозяина, да? О, смотрите, Пикачу, давайте убьем его. Давай, сразись, убей его. Ну, какой ты молодец. Убил, Пикачу убил. Убил главного героя. Какой ты проказник. Ладно, давайте забираю. И идем дальше. Так, здесь какая-то у нас тоже зверь какой-то обитает, да? Ну, давайте выкинем этот лишний покебол, чтобы он нам не мешал. Все, вали. Пошлите. Да, блин, я его собрал. Ну ладно, пусть лежит тогда. Так, ну... О, смотрите, какая лисичка. Давайте убьем его. Ее. Все, мы убили, забираем нашего моба и идем дальше. Так, давайте убьем ее. А нет, давайте убьем вот этого кита, или как его назвать, я не знаю. Главное правильно тапнуть по нему. Ну, я тапнул неправильно, да? И тапнул я по пустому блоку, и второго покемона мы потеряли. Ах ты, блин, ну из-за него потеряли мы нашего покемона. Ну ладно, ничего страшного, такой прикольный зверек с такими большими ушами, да? Ну, это вообще какой-то злой кролик, это вообще подсолнух. Он такой был вроде в мультике у какого-то главного героя. Ух ты, смотрите, какой прикольный дракон. Очень прикольный. Ну что, скачивайте такой мод, конечно, оценивайте.